В Ленске прошел районный этап конкурса «Безопасное колесо». Его организовали сотрудники Ленской госавтоинспекции. В знании ПДД соревновались юные инспектора движения, учащиеся 5-х классов из 4 общеобразовательных школ города. Подробности у наших корреспондентов. В Ленске в спортивном зале «Олимп» прошел районный конкурс «Безопасное колесо». Его организатором стала госавтоинспекция Ленского района. Проводятся такие мероприятия с целью пропаганды правил безопасного поведения на дорогах, привлечения детей к занятиям физкультурой, изучения правил дорожного движения, а также обучения их управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях. В мероприятии участвуют дети 10-12 лет. Ну и основная задача такая, ну, во-первых, наверное, популяризация юидовского движения, да, в школах. Но еще если они будут знать правила дорожного движения, я думаю, что где-то в какой-то мере это их обезопасит повседневной жизни. Всем этим задачам и соответствовали туры конкурса. Первым стал конкурс «Визитная карточка». Выступили агитбригады довольно смело. Кто-то прочитал стихи собственного сочинения, кто-то показал мини-сценки. В следующем конкурсе ребятам нужно было продемонстрировать фигурное вождение велосипеда змейкой. Это экстремальная и самая любимая станция ребят. Здесь потребовались навыки виртуозного вождения двухколесного транспортного средства, как можно меньше падений и остановок. В письменных тестах школьники отвечали на вопросы по правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. Дети соревновались в умении оказывать первую доврачебную помощь условным пострадавшим. Много было конкурсов, интересно. Вот самое сложное это было, когда проезжаешь по палке, чтобы она упала, и ты дальше поехал. Всегда у всех велосипеды, они проскальзывали и падали. Больше всего мне понравилось это проходить тест по медицине. Ну, не знаю почему. А труднее всего, скорее всего, было это вождение велосипедов. По решению жюри абсолютным победителем конкурса стала команда школы номер 3. На втором месте команда 4-й школы. Третье место досталось первой школе. Ну и вторая школа заняла 4-е место. Ну а команде победителей предстоит побороться за звание лучших на республиканском конкурсе «Безопасное колесо», который пройдет 19 мая. Слава Балеева, Алексей Семенов, НВК СХ, Ленск.